Вас приветствует интернет-магазин Деника. Меня зовут Рамис, и сегодня мы поговорим с вами о принтере LBP6670. Принтер обладает скоростью печати 33 страницы в минуту. Вывод первого отпечатка занимает 6 секунд. Данная модель оснащена функцией автоматической двусторонней печати, что немаловажно для некоторых пользователей. В комплектацию входит кабель питания, диск с кратким руководством и программным обеспечением. На передней панели мы видим интуитивно понятное меню с дисплеем, также кнопка по замене картриджа. Замена картриджа производится довольно-таки легко, одним нажатием этой кнопки. Картридж извлекается и, в принципе, также легко вставляется обратно. Также обратите внимание на лоток загрузки для питания, достаточно большой, что, в принципе, является большим преимуществом. Принтер подходит как для домашнего использования, так и как хорошее офисное решение, потому что принтер обладает печатью через интернет.